Наша задача – служить и защищать. Жителя Улапсы Шабазинского района Руслан Чекатуев с осени 2022 года доблестно несет службу, выполняя задачи специальной военной операции. Недавно наш земляк за мужество и отвагу был награжден медалью Суворова. Сейчас Руслан проходит реабилитацию после лечения и собирается продолжить службу. О боевом пути разведчика Чекатуева подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Только в армии я ощутил, что такое воинское братство, так как каждый из нас един в выполнении боевых задач и защиты нашего Отечества, отмечает участник специальной военной операции Руслан Чекатуев. Он был призван на службу по мобилизации осенью 2022 года. Попал в разведку, где продемонстрировал мужество и стойкость в отражении многочисленных атак противника. Наша задача – помочь российским войскам в продвижении вперед. И поэтому от каждого зависит выполнение поставленных задач. Их наступление, да, наша оборона, и вот какая-то, да, стычка, да, там происходит вот один день. Пусть она не решает, да, там исход вообще масштабный, да, такой, но именно вот твое и именно их в этот момент, как бы, вот такой, надо победить, надо отстоять, надо остаться, надо добить до конца. Вот, ну так как-то. За проявленную отвагу и мужество Руслан Чекатуев был награжден медалью Суворова. Выполняя очередную боевую задачу, он получил множественное осколочное ранение правой ноги. Несмотря на боль, я всеми силами старался не оставлять занятую нами позицию, вспоминает Руслан. Сейчас участник СВО проходит реабилитацию и восстановление. Проходим, да, реабилитацию. Ну, у нас доктора с пониманием, да, со всем сознанием дела к этому относятся. То есть проходим там проверки, да, там в динамике сравниваю, там улучшение, там ухудшение, да, там нервные окончания, соединения, как чувствуешь, так ходишь, как, что, как. Ну вот я, например, выехал оттуда, да, вообще ногой управлять не мог. Потом на хостелях, потом с палочкой. Сейчас как бы, ну, прихрамывая, да, там, если... Ну, как выразиться, да, неосторожно там ногой как-то попользоваться, я, ну, могу там ощутить какой-то дискомфорт там или еще как-то что-то, но уже, можно сказать, все хорошо. В период прохождения службы мы не только старались выполнять все поставленные боевые задачи, но и помогали местным жителям, которые часто нуждались в помощи. Каждый из нас патриот своей страны, и мы должны показать себя как настоящие защитники, признается Руслан Чекатуев. Бывало, да, там встретим, да, местных жителей, да, каких-то. Ну, видели, да, там, как они, ну, чего-то там, ну, в чем-то нуждаются, да, там. Даже в дальнейших стычках, да, вот мы и их уже защищали, да, как своих, да, вот, то есть, как бы, ну, надо, старались всем помогать всегда. Нужно быстрее восстановиться и вернуться, чтобы оказать поддержку нашим бойцам, подытожил разведчик Руслан Чекатуев. Алихан Лепшоков, Михай Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.